Сторонники Дональда Трампа уверены, их избранник выиграет битву за Белый дом и станет 45-м президентом США. На съезде республиканцев в Кливленде бойко идет торговля всевозможными сувенирами, а некоторые даже перевоплощаются в исторических персонажей, с которыми, вероятно, ассоциируют своего героя. Пора прекратить пустую болтовню и включить здравый смысл. Страной сейчас правят бюрократы, которые тянут ее в пропасть, говорит республиканец в костюме Авраама Линкольна. По данным последних соцопросов, Трамп уменьшил отрыв от Хиллари Клинтон. За него готовы проголосовать уже 40% избирателей, а за Хиллари – 42%. В нашей победе я уверен на все 100, потому что людям надоело Хиллари Клинтон и политика истеблишмента. Молчаливое большинство сплотилось сейчас вокруг него, вокруг Трампа. Думаю, он сможет выправить нашу страну. Пожилые люди, люди богатые, люди с низкими доходами голосуют за Трампа, хотя и не говорят об этом открыто. В лагере миллиардера-республиканца царит оптимизм, хотя не все у него обстоит гладко. Перед Дональдом Трампом стоят сейчас огромные препятствия. Он отстает в соцопросах, ему не хватает финансовой поддержки, работы на местах. У его компании нет стратегии, его партия переживает раскол. Но есть одна цель, которая объединяет всех республиканцев. Это всеобъемлющее желание нанести поражение Хиллари Клинтон, передает из Кливленда корреспондент Евроньюз.